Вот еще одна публикация, да, опять про Северное хозяйство. И она была 16 лет назад. Самый морозостойкий в мире ленинградский сорт, московский фатеш и ленинградский сорт. Это просто для информации. Вот. Но, как бы это ни было, у них морозостойкость подстраивается под климат конкретный. Пройдет немного времени. И если она, вот эта Лилия Ивановна Тараненко, ведущий сотрудник Донецкой опытной станции, заслуженный агроном и так далее, автор множества сортов, множество, 20 госсредств, то Донецкой опытной станции вырастить сорта морозостойкие для Москвы все равно не удастся. Я вам сразу скажу, все, что она вырастет в Донецке, в Москве все равно погибнет. Видите, растения этих сортов и нужно сажать в Московской и прилегающих областях. Ну что ж, что я скажу? Нет их там. Идут годы, прошло 16 лет. Возможно, и были бы, возможно. У меня же растут. Вот. Но дело в том, что есть одно но. Посмотреть бы на ее. Мы видели, это редчайший случай, мы видели фотографии, переснятые из книги, искалеченные калеки. Калеки натуральные, инвалиды. А у нее, не знаю, если она их не калечила, вот, если у них еще есть, видите, чудо вишни, если у них еще гены вишни есть, вот, тут все гораздо хитрее. Можно ведь и не знать даже, что там есть гены вишни в черешне. Помните перекрестное опыление? Помните это? Свободное опыление. Мне больше слово свободное нравится. Вот. Но если это чистая черешня, если ее берегли от вишни, то есть от, по-другому переначу. У меня же свой язык народный. Если черешни берегли от плебеев-вишен, от плебеев, вот, и они их не опыляли, то тогда они с чистой черешней никогда на север, в Москву, как тут написано, вот, нужно сажать в Московской области. Все помрет, если там нет гена вишни. Вот у меня есть гены вишни, поэтому я ем черешню.